Сотню лет, как под наркозом, я работал говновозом, шофером, не Ну ты таксистом, а даешь. вонючим говночистом. Ну я вижу, но он за секунду никуда не исчезнет. Сэнбай гамы боец, блядь! Пиздец. Это фильтр агромурфа, я тут причем. Все для вас. Чатик, здорово, здорово, всем приветик, всем приветик. Давай сюда, ну, я мог спать этот час. Давай. Я АФК стою. Я, а ты возможно, хотел? Тоже выспался. Да. Я себе будильник не ставил уже 2 года, какой кайф. Доживешь до моих лет, посмотрим. А при чем здесь года? Ну, сложнее становится вставать, сильнее, быстрее устаешь, дольше отдыхаешь. Не, это понятное дело, я просто встаю похуй когда, я про это. Ну, видишь, договорились, кстати, ты встал. Не, сейчас же перешли на 4-месячные. Они сейчас все вообще? Я думал, только эти две были. Ну, конечно, не, все. Не, у тебя две лиги было по 4 месяца, значит, все ну, остальные две, уже да. по 4 будут. Ну, я думал, они просто две как исключение сделали. А потом решили остальные тоже исключить, нахуй. Ну, какие же они, сука, молодцы все-таки. Мне иногда кажется, вот лучше PoE 2 не разрабатывали. Я вот тоже так думаю очень часто. Блин, ребята, знаете, что хочется? Сделать заказ во вкусной точке и так разъебать себе ебучку Биг Маком и двойным филе-фишем. Нифига ты там придумал. Я бы разъебался в мариманчике, вот это хороший. Блин, что-то не знаю, в Москве маримания супер. Мариман — это фул хуета, ты чё? 5 лет назад была хорошей, лет 8 назад. Ну вот я тогда охуенный, ела. А подожди, ты из Питера? Залупа. Я из Москвы. Из Москвы. Из Москвы? Так, Space Sushi, чел. А они доставляют. Я же на Старом Арбате живу, там половина доставок, блядь, нахуй идут. А-а-а. Я слышал, что норм, да, но не доставляют, к сожалению. Там есть доставка в МСК вкусные суши, вот она хорошая еще. Вот был, не, на самом деле у Simple была хорошая доставка, но... Это она и есть, Space Sushi. Space она, да? Они переименовали, да. Space? Ну, типа я это вообще... мы, но не мы, ебать. А это мы, это не мы. А это вы, ну это мы, но не мы. Капец, вы ранее мэферы, ну так конечно. Чем раньше встаешь, тем больше падает. Это правда. Вот мы... Мэтчблот! Я мэтчблот подобрал. Мэтчблот, друг! Обалдеть! А я говорил. Это много, мэтчблот больше Мирора, да. Нормальный такой хрюрь в виде мэтчблота, конечно. Да. Вообще чистый монитор, ничего нет, даже энмейкинги подобрал, блядь, челбас нахуй. И просто, хоба, мэтчблотик вот вам, пожалуйста. Че, блядь? Бля, ну вот в PoE все-таки ощущения лута, они самые охуенные среди всех игр, возможно. Вот почему, не знаю, вот почему так сделано. Мне так похуй, что у вас мэтчблад выпал. Выше. Дело даже не в мэтчблад. А в чем-то. Но оно прикольно визуально выглядит, это согласен. Это согласен. Ладно, вы вообще не поняли, про что я, видимо. А о чем ты? Я про то, что каждый предмет в игре имеет какой-то свой вес и значимость в игровом мире. Каждый, в скобочках у тебя скрыто 99% этих значимых предметов. Так ты даже их ты можешь взять и продать, и получить альты, ебать. Ну, даже их. Ну, ты же лутаешь альты. Надо для фуза. Ты если сейчас на этой мапе хоть один альт поднимешь, я тебе в жопу насру. Самое пиздатое ощущение тута в Diablo 4. 90% вещей, которые ты поднял с пола, ты можешь надеть и профитнуть себе билд. Вот это, блядь, пиздато сделанный лут. Проблема в том, что там больше нихуя не сделано. Бля, все, заткнись нахуй. Ёбаный... Бля, все, я умер нахуй. Душевно, морально, социально. Просто, блядь... Это бомба хорошая была. Он специально это сказал. Нет, нет. Да, я да. Ты просто ёбнутый, нахуй, наглухо. Чтобы играть в Diablo, тебе не нужен гайд, тебе не нужно сидеть на каком-то, блядь, стороннем, с помощью сторонней программы узнавать цену предмета, чтобы, блядь, на форуме ее выставить. Ну, вообще потому ничего что не сделано. Нет трейда, блядь. Да он не нужен, ты можешь весь билд сделать, топ-билд себе сделать. Вещами, которые ты сам поднял. Ты сам. Не купил, а ты сам поднял. Хорош, бля, реально молодец. Это как раз вся суть экшен-РПГ всегда была. А ну то, так что ты в PoE тоже можешь сделать билд из вещей, которые ты сам поднял. Ну да, он SSF сделали для тебя, Буря. Абис уходит, Абис левее уходит. И через сколько лет там люди что-то могут закрыть? И сколько, какой процент лет игроков это может сделать? Ну так твоя проблема, что ты нубас ебаный, не можешь на SSF играть. Это же и смысл экшен-RPG игр, они должны быть соус-лайк. Я так и понял, да. А при чем соус-лайк, если еблан-то ты, а не игра? Нет, еблан игра. Ладно. Еблан играл. О, 250 видов хейл, ебать.
Победа. Я за 7 диванов такой продал сегодня. Нормально. За 6,5. Пока видос, блин, записывал, продавал. Привет, мои хорошие, желаю здоровья, удачи, про покер говорю, жили, пока нельзя. А меня никуда не звали. Еще бы, блядь, позвали. Поздравляю с накоплением на половину лука. Историю, блядь, с прошлым рекламодателем интересным очень. Которую я, к сожалению, не могу рассказать, но как-нибудь через несколько лет расскажу. Да, я не душнила, просто с возрастом тебя заебывает сглаживать какие-то углы. Вот опаздывает, например, Слайфокс на 40 минут, блядь, на кач, и все такие, ну вот, блядь, плохо опоздал. А я спрашиваю, Слайфокс, ну ты гондон, блядь, или нет? Потому что, ну зачем мне, блядь, дети что-то сопли жевать? Impressive. Понимаешь, это потому что, ну, ты начинаешь экономить свое время, тебе не хочется рассусоливать. У тебя мир такой, более черно-белый становится. А малолеткам кажется, что ты душный. А люди в возрасте тебя вообще понимают. Не, вот ты когда перешагиваешь за 30, мне 28, да, но я почему-то уже об этом говорю. Когда перешагиваешь за 30, ты понимаешь, что в твоей жизни уже начинает иметь ценность время просто пиздец какую, ну прям большую. Yes, yes, yes. И ты такой, ну типа, бля. У меня не сразу после 30 это произошло, на самом деле, вот чуть позже. У меня просто коллега, он в Mail.ru работал, а мы с ним примерно одногодки, он от ковида умер. И в этот момент, ну типа, когда вот просто от такой хуйни, ну типа, погибают люди твоего возраста, ты такой, ой, блядь, и походу надо поспешить пожить. И вообще по-другому начинаешь смотреть на происходящее в мире. Ну, особенно когда такие события, конечно, происходят, конечно. Да, да, да. Так фармить в поездке недельку, это же кайф. Ну, типа, какое я должен был удовольствие получать? Полежать в канаве пьяный после сиськи водки? Это охуенно. Поехали. Вот это время провел, конечно. Блять, у людей какое-то понятие, типа, вот если человек говорит о времени, о его ценности, типа, ты каждый день должен сидеть в НАСА и пиздец думать, нахуй, как людей в космос отправить. Блять, и похуй, что у тебя IQ 80, нахуй. Бля, ты что, ёбнутый нахуй? Пиздец вообще. Держи еще тогда, удачи жизни, все наилучшего. Ты в каком году школу закончил? Ой, блядь, там вообще в палеозое заканчивал. Я не помню. Я до 9 класса учился, потом шарагу пошел. Сначала учился на очке, потом на заочке, потом под очком, блядь. Ну, короче говоря, у меня две средние профы. Потому что я шел туда, где я понимал, что мне вот эти знания нужны. Я их получил. А дальше я сижу такой, блядь, а мне не нужна вышка, нахуй. Мне вышка ничего не даст полезного. И решил не идти просто. Нет, там же есть какая-то степень дальтонизма, когда ты только серым видишь все. Я не помню, как это называется. Не. Собачьи, не, у собак не серые, собаки видят цвета же. Ну, не настолько, да, но не черно-белый. А с какого хуя люди вообще решили, что они видят, ну, мир, ну, правильно? Они опыт ставили над ними. Над кем? Над людьми? Вот ты вопрос немного не понял. Блять! Да, над людьми. Тяжело. А над тобой опыт и ставил кто-то? Ну, походу, да. Там направо ушло. Я ставил, когда он говорит не открывать сундуки, я все открываю. Это главный опыт. В смысле, мы видим неправильно. Есть животные, у которых еще и этот ультрафиолет видят. Вот они видят правильно. Правильнее, во всяком случае. Какие животные ультрафиолет видят? Ну, я не помню, или не животные. Птицы какие-то, я не помню. Не надо, пожалуйста. 20 лет мозга нет! Да! Выше ходят. Я не помню, то ли птицы какие-то видят, то ли кто-то еще. Ребята, кто-то реально знает, ну, я реально животное, которое ультрафиолет видит. Ну да, да, да. Я бы никогда об этом не слышал. Я почитал, развился. Я точно читал это где-то. Хуя видеть ультрафиолет. Видят вроде как. Голуби, блять, ну это... Чё, голуби в чат пишут? Голуби в чат. Четыре было. В ультрафиолете видим, блять. Вижу стрим ультрафиолет. Сука. Батарейка лутит. Там же кто-то рассказывал, кстати, про буллинг Лёш в танках. Типа, если у тебя в никнейме, ну, что-то связанное с именем Лёша, то тебя вообще хуесосили жестко. За что? Просто потому, что ты Лёша. Буллинг был настолько жестким, пиздец, что разработчики разрешили всем Лёшам поменять никнейм бесплатно. Серьезно?
просто какой-то блогер. Да. Блогер сделал расследование, что типа люди с никнеймом Лёша имеют меньше 49% умереть в среднем, ну, по толпе. Жопу слутал. Я сегодня решил затестить, я снова сейчас зашёл. Кем ты? Ну, я снова пука зашёл на мапу. Ебать, это прорыговочка, блядь. Прорыговочка пошла. Прорыговочка хорошая. Не успел нажать, твоя ошибка. Стакет Дики, главное, слутайте. Чтоб Ламыч опять не спал, а Стакет Дики ночь открывал. Я тебе доктора достал, блядь. Казино устроил. Со скольки ты доктора достал? Час, понимаешь? Час. Облегание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Две птички, one map, нахуй. А дабл будет работать или нет? Чё съебалом, сука. Не будет, пойдём выше. Пойдём ниже. Дивайны. Беру. Ебой! Хорошо, блядь. Я всасываю, блядь. На радостях всасываю на радостях. Фу, вообще ультрамедленно играем. Ультрамедленно играем. Да, вообще по чуть-чуть играем, нет? Бля, ща мням заебёт. Там-ням. Назад там-ням. Ням-ням. Не, по КД не надо, в опасный момент. Абис сразу умер. Скажите потом, сколько у вас дивайнов, интересно посчитать. С дабл уровня. Ну посмотрим в гильду и все скинем в гильду, и вот все математики. Ну у нас один, по-моему, до этого упал еще. Да, до дубликейта. Можно? Право-вверх, да? А, или лево? Лево-лево-лево-лево-вверх. У меня ноль, к сожалению. Да, я деду не отдался. Не везет тебе, слушай. У меня 10. У меня 8. Выпало. Деду разрушить. 34-37 дивайнов выпало. Нормально. 27 дивайнов за карту с двойным даблом. 37. А, 37, да. 37 див мап. Жестко. Все, я теперь доволен. Просто хотел узнать, сколько как бы вот мы на такой мапе диванов достанем. Но это не из-за мапы же. Ну, алтарь. Ну, если бы не было дабла, мы бы залутали, как на обычном. Но он был. Двойной, ладно. Да. Ну повезло, что, пойдем next. Yes, сколько дней будет еще мфить? Номерор 2 на человек надо сделать точно. Не заебались так бегать, в чем должны заебаться. Ну и если вот ты видишь, что мы бегаем, равно мы бегаем. Если бы мы заебались, пошел. Мы бы, наверное, не бегали. Сколько грехи уж ставить на весь МФ? Прям выше тебя. Мирор 3-4, врачи, такое. Бля, надеюсь, ты сдохнешь, ой. Не умирай. Охуеть! С человеком, блядь, я дружу, ебать! Я наоборот хотел пожелать... Пик буллинга, блядь! Пик буллинга достигнут. Вызвать тебе скорую. Это просто пиздец какой. Если ты сдохнешь, то лут мы поделим тоже между всеми. А мне на похороны! Это уже РМТ нельзя, видишь. Не думаю, что Пати Фарма не будет интересно играть в соло. Уже неинтересно максимально вообще. Поиграем кредит, посмотрим. С диваном. Может, они Рабис тронут. Чего? Тронул Лабис. Диван дупликейт. Подрекари. Аптечка выпала? Бля, все. А, нифига себе, у меня задержка. Я продолжаю смеяться сейчас. У меня через 15 секунд, как ты сказал, выпало. Ставь портал. Бля, почему так смешно, блядь? Спаркер, Райан. Точно не поедим. Не-не-не, никто не важен, не, может какой год. Ну, я, блин, вот я говорю, вы не понимаете, моя претензия к копу была о том, что он говорит, сейчас 30 секунд, а уходит на 3 минуты, заморожка и бла-бла-бла. Да если какие 3 сказал... минуты, блядь? Блядь, ну тебе на стриме отмотать по таймеру показать. И моя претензия была не то, что ты отходишь, а о том, что я бы тоже отошел, если бы понимал, что ты уходишь, ну, на какое-то время, которое я не ухожу на время. Погреть. Я ухожу, достаю из морозилки мороженое. Я ухожу навсегда. Я его даже открываю возле компа, я физически не могу 3 минуты отсутствовать. Я не время. Знаю, может, ты колобком катишься к... Перекат на мороженое. А что, мы едем или как? Или мы кушаем? В чем дело? Я готов, ну, меня еще готовят жена. Налево Эбис уходит. Лево уходит. Аптечка. Ты че вы ржете? Лево уходит. Помогите. Надо рыгать. Ну, блядь! Ну, кульни нахуй! Ну, кульни. Они не умирают, я не знаю. Морф, я тебе одну вещь скажу. Очень мудрую.
возможно, после нее ты поменяешь вообще свое мировоззрение. Так. Не скажу. Охуеть! Сейчас, я поем и тогда скажу. А что ты за истину хотел рассказать? А, поел, да, смотри. Вот ты, вот у тебя, проблема, да, с монитором? Ты ее уже не решаешь, блядь, давно. А, я тебе могу объяснить, почему. Потому да мне похуй. Вот, смотри. Я тебе вообще про друга. Мне насрать на монитор, блядь, по факту. И смотри. Вот ты... Блядь, ладно, расскажи, что там с Моником, давай. Бля, короче, у меня в Монике проблема в том, не, что... Не, все равно, похуй вообще. Максимально. Давай, ладно, не, ну уж если начал, то давай, похуй. Да не, уже впадло, давай, говори, договори. Я уже не хочу рассказывать. Все, было 4, было 4. Бездолаги. Ну, скажу так, смотри. Жизнь — это... Череда проблем, постоянная генерация проблем, их надо решать, чтобы жизнь не превратилась, блядь, в выживание, понимаешь? Понимаю. Ауф, ебать. Так а с монитором-то что? Так вот это ж проблема, чел сидит, терпит хуйню эту. Сидит, терпит, блядь, хуйню эту. Выкинуть его нахуй в окно и купить новый. Конечно. Ну да. Это, кстати, европейский метод решения проблем. Просто покупают нахуй новое, а что со старым уже потом решат. Когда время будет свободное. А, они ничего не решают, они просто выкидывают. Почему нет? Ну, так. Ну, просто они выкидывают вещи. Ты откуда знаешь? Он живет в Европе. Ну. Более. Ну, нихуя аргумент. Ну, ну. А я из этих. Из кех. Из кто ты? Из этих европейских. Которые он покупают. Выкинул, которые да. Покупают мониторы и выкидывают нахуй. Да. Ага. С аптекой так же сделал? Да. Я почему даже не вижу. А что если ты закарабтил карточку? Охуеть, она брикнулась. И она брикнулась. Не, ну закарабли тебя 100% не мог, это прям миллион пруц. У меня опять. Бля! Нахуй ты его байтишь? Пойдем ниже. Бля, точно не мог. Говорю, блядь. Ответь, пожалуйста, почему больше не играешь в Last Epoch? Так она в Early Access, я не очень люблю Early Access проекты. Отношение очень скептическое. Last Epoch выйдет, обязательно в него поиграем. Просто ебучку рвет. Это та, которую Боря продал? Ебать, намнямало нахуй. Да тут дело не в доверии, знаешь, сколько раз люди на мисклике просто заходили? Да, я тоже. Это пиздец. Бля, я у кого-то на стриме видел чел, кидает рейд, ну такой, типа там, на пару дивайнов, и хуяк в мапу забегает пофармить. Блядь, у кого же это видел, сука, у Антона, по-моему? У Антона было так с Блайтом, он Блайт бегал, и у него просто чел на корейце зашел и Блайт лутал. Зачищенный уже. Бля, вот вы каждый раз на какую-то хуйню пиздите. Вот вам не похуй, что я делаю. С вас ауры да спали. Да ты отошел. Да, блядь, мы остановились. Тебя спали, ауры. Да мы остановились. Я вижу, куда ты бежишь. Я знаю радиус своих это аур. Пиздец. Я постоянно так бегаю. Можно. Ты хоть раз вайпнулся, ну ебаный. Я бро. Ни разу дэш не нажал за дыркой, потому что я боюсь, блядь, выйти из твоих аур, потому что ты хуй пойми, куда бегаешь, ну, понимаешь? Вот рарник за стенкой. Рарник за стенкой. Все хорошо. Поебитесь еще, парни. Я тоже, ты же понимаешь, ты тоже убегаешь, хуй пойми куда. Я постоянно бегаю. Сейчас тогда подойду одну минуту. Началось, блядь. Что этот что отошел, ты? Тот отошел, этот подошел, ты отошел, ты, блядь. Заходи. Бля, энергетик или мороженку? Мороженое. Я выпил энергетик. Я, блядь, 2-3 месяца назад другану написал, типа, бля, братан, у меня тут комп бесхозный есть, типа, вот, еще вот, пожалуйста. Ага. Только там это, надо у одного друга, блядь, карточку забрать, а друг говорит, ебать, вот в руках держал и исчезло. Бля, это самое странное в моей жизни. Да, за да, блядь. Года. Да. Чего, я не понял, как она исчезла? Ну, так вот, хуй пойми как. Че за хуйня? Это так пиздец. Вот, а куда ты ее делаешь, человек? Как такое возможно? Ну, подержал в руках, и а все, и не знаю где. Че там? Два хаоса в ритуале лежат, забирай. Блядь, шо ты заорал-то? Слушай. Сидит, молчит, блядь, 2 часа. Два хаоса, блядь! Почти рамка собралась, парни.
Поднажмите немножко. Есть, есть, есть. Есть ам-ням. Сейчас, сори. Вот, два вентора. Два вентора. И последний, последний. Ой-ой. Последний. Хорошо. Let's go. Бля, что-то вспомнил вообще давным-давно трейд с челом, который хотел меня заскамить на какое-то кольцо. Вообще хуёвое. По итогу он отдал мне кольцо, которое раза в четыре дороже, чем то, которое он мне спиздил. Да, это так и получилось. Ну так вот, это как умом. Блядь, это вообще возможно? Ну, рассказываю досконально. Это история. Все, ладно, не рассказывай. Расскажи, да все, иди нахуй, не буду, блядь. Да это пиздец, расскажи, интересно. Да все, не буду, блядь, ничего тебе не интересно. Перебиваешь меня, блядь, вообще охуел. Так ты рассказываешь? Я думал, ты рассказал. Я даже гачи. Нет, да все, в пизду. Да все, рассказывай. Слушайте, там, свои гачи, хуячи, там. Это пиздец. Обиженка. Невозможно с вами, блядь. Фрики, блядь. Фрики, ебаные, ес, блядь. Шляпа, как у меня за 35. Присоединяй к тебе вкус у Вольта баночки белой, которые приятно встречают. А это не новый, ну это относительно новый. Я думаю, по спаркам, под спарки можно это сделать. Без ку... Ой, без вкуса хотел сказать. Быстро, без вкуса просто воду налили. Это без сахара. Ну смотри, плюс один аура и пауэр чардж. Сука. А ты ничего лучше не сделаешь. Взяли банку, просто воды налили, вот и посмотри. Ладно. Что ты орёшь? Да тут что, да похуй. Чё, всё, отъебаемся? Класс. Сидит, да? Рот и не рассказывает. Я в ахуе. Это да? Ужас. Да, чувак в чате сдонатил. Говорит, что за новый вкус Вольта белый? А я ему говорю, да, блядь, без вкуса. Блядь. Да, я проговорился просто. Игра месяца будет? Нет, я же говорю, что не будет, потому что Party Farm. Что, рассказываю пасту. Смотри, игра месяца по-любому была бы какая-нибудь Armored Core, да? Так она, блядь, так будет, нахуй. Все, все, видишь, нахуй игра месяца не нужна. Справедливо. Бля, жестко. Ладно. Бля, такие зашли, вроде все норм. На нахуй! Просто шестерых, блять! Ты не должен умирать от ПКМа с альтом. Ну вообще правильно говорит сальтом, а не с альтом. Арабская. Сальто? Арабская сальто. Чисто я на кассе. Че вы, чат, хотите еще гачи? Беру сальтоху. Мочу сальтоху. Я спрыгнул с дома. Стоит мой хер. Его легко забазать. В зоне паркура! Я новый мэр! Блять, этот пользователь компьютера, это просто пиздец. Это пиздец баянная хуйня. Интернет ему дал невероятные возможности, а этот долбоёб арабское сальто слушает. Ну а чё, блять, хули? Это пиздец. А мог Илону Маску помогать? Мы у тебя в тачке ехали, ты вообще, блядь, русский рэп какой-то включал, ты, блядь, о чём нахуй? А что ты мне сделаешь, моя тачка? МБ продали? Нет. Чат, кто хочет купить Мэджблад за 300 дивайнов? Или за 600? Или за 600, ну или за 900. Ну там же 2. Вау, типа крутой 2 Мэджблада есть, да. Блядь, агромор. Какой пиздец, это просто ужас. Какая хорошая была, бомба хорошая. Ходячая, это просто ужас. Юник дубликейт. Да, сундучки еще активировали. Юник дубликейт. Пожалуйста, зайдите внутрь, пожалуйста. У меня просто крашнуло, понял. Да, нажимайте дальше сундуки, ебланы, блядь. Снимайте перчатки. Я вышел, нахуй. Почему PFF выходит, ну вы чё? Ты, Блуша, я говорю, хватит кликать сундуки. Объясняю, как их не кликать. Я ни одного сундука не нажал, блядь. Зажимаешь ЛКМ и идёшь. Да я знаю, как их не кликать. Все, хорош, блядь, хорош. Я не нажал ни единого сундука случайно. Алморф слабый компьютер. Материнка за 60 тысяч, блядь, все остальное нас на 5 рублей. Да. Да, материнка за 60 тысяч на агроморфе. Да. Правда? За 50 с чем-то покупал, да. Нахуя? Бля, я сейчас хотел жестко пошутить. Понял. Вы, блядь, он подвигался. Он подвигался. Выходите. Это пиздец. Заебись. Это next уровень. Это новый уровень игрового взаимодействия. Блять, это ёбнуться вообще. В
Все, вот, хорошо, давайте так, все все разложили? Все, давайте вместе зайдем и сразу пойдем. Подождите. Это какой-то, блядь, сюр вообще. Подождите, не заходите, мне не хватает знаний. Я хочу узнать все-таки, кто такой Кэрри. Так, Кэрри также известный как первая позиция, тире звезда команды. Эта роль называется так, потому что от игрока на этой позиции ожидается, что он будет, в кавычках, тащить игру. Ведь с английского Кэрри переводится как нести. Тащи меня, тварь. Пиздос. Как говорил великий сенсей. Вы чё, блядь, вообще? Как там? Кринжевики или что там? Фрики, блядь. Вы чё, блядь, вообще? Идём левее. Бля, где эта паста часть? Это, блядь, какой-то кринж, нахуй. Ну, это все равно охуенно было, но того стоило. Соло голем подходит, блядь, Тиник за гангал, нахуй, без шмоток. Переехал, долбоеба просто. Мама меня фура убила. Нахуй. Ебануться, блядь. Я сейчас мокнусь, нахуй. Долбоеба, блядь, не смешите. Ой, блядь. Звезда команды, блядь, две скобочки. Звезда команды в скобочках тащить, блядь. Охуенно. В скобочках я гуля с Радиком в челе, блядь, сижу нахуй. Это просто... Кэрри в скобочках тащить, в скобочках состать, блядь. Парни, там Тиник 20-0 пришел, блядь. Да похуй всем вообще. Тебе-то уж точно, блядь. Гоу, погнали, погнали. Блин, ребята, это пиздец. Мне нужна пауза. Остановитесь, двигайтесь. Бля, у меня горло болит. Мне просто нужно протереть стол. Я... Что там, в слюнях все, блядь? Это пиздец. Я чокопайку ел, и она распределена. Распределена. Раскидал заначки по столу, блядь, хорош. У меня есть еще батон спрятан в клавиатуре всегда. Мне когда надо, я стряхиваю, поел нормально. Ой, блядь, агроморф, ты, конечно, пиздец просто. А он-то тут при чем вообще? Я-то тут при чем вообще? Там чел нашел на карту и умер. Как умер, блядь, погиб. Просто. Просто, блядь. Так дышки мои тоже, блядь, 5 косарей с так дышек, я бы, сука, просто бы, блядь, все 5000 вот так вот, если я буду бам, одним кликом бы открыл. Блядь, ладно, ребят, вы, наверное, не понимаете, да, чего-то, я вам объясню. Чтобы работала тату, ей надо 7 веток, чтобы от нее отходило. В данном случае, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь тоже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если хоть что-то вокруг этой хуйни спекнуть, оно не будет работать. Здесь тоже татушка такая же, блядь. Вот это нельзя спекать. И вот это нельзя спекать. Вот это можно спекнуть и сюда закачать. Но это дает ровным счетом нихуя. Так, наверное, давайте мы не будем срать на монитор еще сильнее, чем насрано. Надо срать, тихо. Конвокейшн! Агроморф конвокейшн ему заслужил. Да, это вообще идеально. Слушай, конвокейшн норм. Он же вообще нихуя не делает. Он просто ману ест и все. Блять, конвокейшн же нихуя не делает. Отличный скилл ставим, блять. Ты в Сколково работаешь, что ли? Я не понимаю, нахуй. Пиздец. Ебанулся. Ну, замедляешь, кстати, сильно, очень сильно. По сравнению с тем, что было. Определенно того стоило. Ты дебафти, попа на дуэли вызывать. Пошли хуяриться. Ауробот против курса бота, правильно? Да. Да не, пошли выясним курс эффект. Ну, типа не курс эффект, а ария. Так. А почему мы с тобой вдвоем в одной команде? Икона ебени матери. Почему с нами икона ебени матери? Че за хуйня, блядь? Я с ним трейдился, и его вместе со мной закинуло почему-то.
Бля. Бля. Сейчас чел сидит такой, блядь, а что происходит, блядь? Бля, жестко. Оно мне все ауры выключает. А-а-а, нечестно, блядь. Почему, а главное, нахуя я тут? Иди сюда, блядь. Сейчас я тебе въебу, нахуй. У него смайта нет, если что. Ставь автоатаку, пиздец. У меня нет смайта. Автоатаку, го, ну линк файт, блядь. Алло, иди сюда, сука. Да ты меня не пробьешь никогда в жизни. Блядь, когда-нибудь пробью. Еба хуяримся. Ща, блядь. Сейчас я, блядь. Ну это твое вообще на полу. Сейчас, стой на месте. Стой на месте. Как думаешь, какая более тупая хуйня? Сетапить, пытаться конвокейшн курс работу или то, чем ты сейчас занимаешься? А чем я сейчас занимаюсь? Блядь. Я, по-моему, как раз и сетаплю конвокейшн курс работы. А что такое анёрф? Чё она делает? Это more spell damage, но у нас, по-моему, он есть и так. И проблема, знаешь, в чем еще? У аномала с фастер атака прям написано Support Attack Skills, блядь. Я очень сильно сомневаюсь, что Convocation это атака, блядь. А ты попробовал побить ее или нет? Convocation'ом побить? Блядь, ну я на грани того, чтобы тебя отхуярить Convocation'ом. Ты чё плачешь, блядь? Еблан просто худший в мире, блядь. Бери, говорит, там, редюс, ща Энанс, ебать. Я если б сейчас это засетапил, у меня бы полчаса, когда на конвокейшн было. Ты шо, вообще, блядь, псих, блядь. Ёбнутый, блядь. Засетап я бы посмотрел хоть. О, нормально, сустейнишь, блядь. Поворча... Один поворчас в день. Заебись. Побежали, блядь. Хуйней позанимались. Теперь можно и спать. Правильно. Завтра новый билдачок затестим. Но уже видно было, что мобы просто пиздос какие медленные стали. Посмотрим, как будет завтра на маписах. Чатик, доброй ночки вам. Сладеньких снов. Пусть у вас все будет хорошо и замечательно. Во всем всегда и везде. Давайте сейчас, доброй ночки. Пока-пока.